Это резервуар с красителями пищевыми, которыми мы будем красить в дальнейшем пасхальные яички. Похрущу сначала сухим, потом буду макать в каждый из резервуаров, соответственно, окрашенным мокрым. Ах, слюна, слюна, моя слюна. Сухой сорт. Ой, немножко узнаватый, да? Хруст не такой неочевидный. А моя вкусняха. Я просто за кадром еще немножко, видите, уронила в резервуар руки из того самого места. Ничего поделать. Видите, снизу немножко плотноватый. Ну что, окунаем? Давайте вот это. Немножко оттенок дали красители такого благородно небесного, да, цвета стал. Предлагаю теперь помокрее сделать его вот в этом отсеке. Посмотрим. Ой! Даст ли розовенький цвет нам? Да, слегка так. На срезе. Отвлек меня мило. Так, еще раз его. Пытаюсь обильно смочить. Зашипел. Порозовел прям. Оранжевый, точнее, какой-то стал. Ну, розовый, на самом деле, цвет. Так, ну и финальный. Замочим его на подольше зеленым. Я неспроста оставила напоследок зеленый, это мой любимый цвет. И весь тут мокрый кусок вымоченный. Отгрызу в мокром состоянии именно из зеленого резервуара. Бульки вам видно, нет? Зато слышно должно быть. Вот так он стал зеленый. На срезе, видите, как омачивается, окрашивается прямо вот на срезе хорошо. Там, где чищенный вот шпателем, не очень берется. А вот где неровность прям шершавая, видите, тут оранжево осталось. Запах, конечно, у мокрого мела это отдельный просто вид блаженства. Он превосходен.
Вон за окном просто дорог меня расстраивает. Очень шумно снимать. Я бы выпала. Надеюсь, угодила вам. Любите мокрый мел. Я его вообще не люблю. Даже глотать мел не нравится. Ну, я как-то безымянный проглотить можно. Я глотаю только его и тетки нам. Так что, друзья, до новых встреч, до новых видео.